have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Пойдем сегодня в Natural Disaster. Что-то давненько мы сюда не заходили, не бомбило нас. Надо бы как-то вот немножечко это исправить. Кататься на горке. Ой, метель. Ну, то есть лучше в здании находиться. Я даже подумаю, что лучше на первом этаже находиться. Почему? Чтобы две крыши над нами было. А я просто на лестнице. Погоди, метель или песочный шторм? Песочный шторм. Аллилуйя, дождь, песка. Эй, эй. Ладно. Не советую выходить на улицу. Советы профессионального доктора. Почему-то мои очки, ребят, не отображаются. Какой-то... Я второй раз меняю очки, там можно было получить разные прикольные очки. Кстати, вот этот вот цветочек, который растет в моей шляпе из вон того мозгового слайдера. То есть у меня там brain slug, и из него уже вырос цветочек. И все это происходит в шляпе, так что все пока что нормально. А вот то, что очки мои не хотят отображать, немножечко обидно. Ну, ладно, может быть, в какой-то из следующих игр вы увидите эти гольфовые очки классные. Почему у тебя хп-шка уходит? Что ты ей сделал? Почему она от тебя уходит? Она на тебя обиделась? Ну, в общем-то, со всей силой в меня влетел пакет. Пакетово. Тогда пакетово тебя. Ага. Где деньги, Котовский? Что-то мне это не нравится. Да хорош уже, заканчивайся. Куда дом поехал? Черт! Просто сдуло за карту. Блин. А так все хорошо начиналось. Все так хорошо начиналось, пока не началось. Все шло довольно хорошо, пока нет. Я даже не вижу нифига. А, вон что-то. Иначе бы это не называлось. Слушай, они что, А, смотри, там ничего не осталось на острове. Ты тоже... Знаете, я тоже смело. Выжил ананасик. Ананасик 26-42-6. Уж не знаю, это количество чешуек. И еще киви. Слушай. Что? Фрукты. Они что-то замышляют. Они решили выжить. Коты должны скидывать людей. Хорошо. Rainbow Ride. Пришло время покататься. Ну, хоть хорошо, хоть Rainbow Ride, а не Rainbow Siege. Стой, неправильно. Я знаю. Но это же игра. В реальной жизни можно, а вот... Это же... Соблюдать Давайте, правила. Едьте все нафиг, я поеду в своей пустой кабинке. У меня будет своя кабинка с блэкджеком и сиденьями. Сюда. Мы выходим. А, она сама выходит. Все, уйди. Ха-ха-ха. О, все так тихо и хорошо. Что со мной? Почему я... Ну, ты неправильно сел. Ты тоже, кстати. Мы оба неправильно сели. Знаешь, такое интервью у кота. А можешь мне попробовать опять сесть? Не, потому что, именно потому что мы с тобой оба сидим таким образом неправильно, поэтому, типа, вряд ли мы сядем правильно. Вулкан. Ну и ладно. А что если он попадет? Может. Ну, давай посмотрим, что произойдет. Что-то мне это не нравится. Это официальное заявление кота. Ему это не нравится. О, мы нормально сели. Ой, правда. Неужели это случилось? Ну, я нормально сел. Так, колесо что-то начало немножечко подглюкивать. Не, ну колесо быстрее крутится. Это весело. Потому что от него половина осталась. А, оно вообще перестало крутиться. Оно потеряло равновесие и теперь его оно не вытаскивает. Колесо превратилось в качельку. Я же говорю весело. О, еще одну кабиночку. Расфигачила! Я поздно выпрыгнул. Я хотел тебе сказать, можно порастовать. Да. Ладно, это было прикольно. Очень даже.
сжечь. Это было просто эпическое. Оно того стоило покататься на карусельке на колесе. О, там еще люди живы тут. О, там еще есть люди в карусельке синие, которые сломали. Вот та дальняя? Да. That's interesting. Ну-ка давай глянем. -2. У-ху! Или нет. -1. Блин, какаша выжил. -2. Опять? Слушай! Что? Мамбачика, это ладно. Какаша и пайнэппл, да. Что-то пайнэппл у нас очень живучий. Надо его нарезать и в банку. Да. Слушай, прикинь, я только что 3 людей скинул. Старые добрые времена. Прямиком в ад. О, качельки! Пойдем на коняшке кататься. Party place. О, прикольно. Это музычка просто офигительная. Лошадочка! Я хочу на этом аттракционе. А я хочу на розовом пони. Везите меня. Что там будет? Розовый пони, все. Что будет? Я не знаю. Но я буду кататься на своем розовом пони. Все, мне хорошо. Отстаньте от меня. Что-то, блин. Погода портится. Дождик. Ты же знаешь, что ты вообще где? Я прячусь. На всякий случай. Вот торнадо! Торнадо всего лишь-то. Я до сих пор буду кататься на своей качельке. Все, отстаньте от меня. У-ху-ху-ху. Весело! Что может быть веселее? Я хочу черную лошадку. Это ж просто офигительно. Нет ничего веселее. Это игра. Просто мой конек. Где-то апокалипсис, а мы просто на коняшке. Это игра прям наш конек. Такой торнадо на фоне. Мы тут уже крутимся. Мы просто, вы не понимаете, мы закаляем вестибулярный аппарат, чтобы сейчас, когда попадем в торнадо, чтобы с нами ничего не сталось, потому что мы уже накружились, у нас уже вестибулярка закаленная, и мы такие, опа, и все. А почему торнадо стал немножко зеленым? Наверное, кто-то блеванул, когда его засосало. А это единственная каруселька, которая осталась целой. Аллилуйя, братья! Уверуем в святую карусельку! Это слишком весело. Да, это просто безудержное веселье. Я вижу, как моему соседу порвало рот от смеха просто. Он... Да, оно сюда идет! Смотри, какой там петух в домике. Я выжил! Мою голову снесло и прикрепили какую-то человеческую желтую. Блин, моя шляпа. Порисайтесь, чтобы получить ее обратно. Но я не советую это сделать сейчас, потому что карта уже загрузилась. А, ты уже сделал. Хорошо, удачи. Я на карте, норм. Слушай, новый домик. Мэншн? Мэншна вроде, да, раньше вроде не было, наверное, где-то как-то. Надо его обыскать. Так, кухня. Все, я в своей комнате. Мне, пожалуйста, книгу. Жареный кот? Жареный кот. А что дальше? Там по-любому есть еще что-то. Так, ну, не знаю, вот это вот моя комната, а остальное меня как-то не особо волнует. Так. Слушай, тут телевизор и кактус. Иди сюда. На втором этаже есть кактус. Вижу. Пришло время его кусать. Это мыши. Чердак! Цунами. Ой, ёппарасоте. Где там чердак, ты говорил? Ну, сверху там. Логично. Уважаю свою логику. Она такая логичная. А мне кажется, чердака не хватит. О! Залезай наверх, тут есть дырка в чердаке, можно на самом деле. Дырка не в чердаке, дырка в крыше. Ну или в твоей логике, не знаю. Ну да. Чисто технически это дырка в чердаке. Ладно, это наивысшая точка на карте. Если это не поможет, ну тогда тут наши полномочия все. Цунами уменьшили, потому что многие карты просто не сносило полностью.
серьезно говорю, за нами. А, так оно вообще никакущее стало. Ну я же говорю, его уменьшили. Может, нам теперь ниже сесть, чтобы потом нас не убило, когда мы падали? Дом хотел уехать от нас. А вообще хоть что-то происходит? Ну, весь фундамент подмыло, и дом хотел уехать. Да ничего не происходит. Я вроде как нормально ходил, так и хожу. Прикинь, сейчас будет вторая волна цунами. Вот это вот будет подстава от разрабов. Я бы хотел. Так кыш отсюда. Да встаньте вы уже, дайте мне залезть на первый. О, есть синие комнаты, в которой мы были, есть зеленая комната, это спальня. Ааа, меня слазит. Тут кактус упал, спасите кактус. Срочно. Че-то все фигово. Все выжили. Ух, абсолютно. Какаша даже развалился от злости. Pineapple. Он опять выиграл. Ну, потому что сейчас как бы все выиграли. Что-то тут нельзя его обвинять. Pineapple опять выигрывает. Где киви? Кошелек? Киви. Скромная. Скромная это headquarters. Как это на русском? Короче, предлагаю тебе залезть. Штаб-квартира. Ты в какое здание? Правда? Я вот сюда. Же? Удачи. Спасибо тебе тоже. Тебя туда же. Тут есть нижняя сек, на всякий случай пожара. Чтобы ты там полностью это задохнулся. Кстати, зайди наверх. Я иду наверх. Тут же. Вот, сзади. Я тебя видел. Смотри. А, ты через мостик хочешь тут пройти? Давай, может, на мостике побудем? Да. Сейчас посмотрим, что за приключение тут будет. Потом узнаем, надо вниз или вверх. Или остаться по сути. By any mean necessary. Это написано у тебя на спине. Fire. Да нам пофигу. Тан-та-да-дан. Как хочешь, а я буду сидеть здесь. Сейчас посмотрим, где... Вон, вижу пожар. Нам сюда пойдем. И я тут постою. Идем! Зачем? Потому что... Я не вижу пожара. Я же стою спиной к нему. Вон, пусть люди убегают, а я тут постою. Мне пофигу. HQ. Roblox. HQ. Пока пожар не перебрасывается. Вали. На мостик. Вали! Ну. Я все еще тут буду стоять. А, нет, уже нет. Уже не хочу тут стоять. Теперь я буду стоять в здании. Сейчас посмотрим, куда он пойдет, вверх или вниз. Ты же знаешь, что я. Или везде. Иди сюда, на траву. Трава не загорится. Горит только бетон, ты же видишь? Да, а как же это дерево? Оно слишком круглое, чтобы сгореть. Ты прав. Кто там сгорел, я не понял. Слушай, почему эта вода до сих пор может литься, когда она сгорела? Какая? Ну вон там, ладно. Фонтан просто. Он догорел все. Да. Сейчас то здание падает! Тимбер! Пайнэппл опять выжил. Я хочу посмотреть, как оно падает. Смотри. Такой хыдыщ. Утонет? Не утонет. Не утонет. Это было неплохо. Кстати, вот это вот мне понравилось. Ну, не только потому, что мы выжили, а потому, что прям было интересно. А я хочу наводнение. Наводнение. Хочется, чтобы соседи затопили. Ой, еще одна такая. Предлагаю пойти наверх. Да. Сам на этот вверх. Раз, может, кто-то пошел в фонтан купаться. Зачем? Ребят, выпускные закончились 3 месяца назад. Вы что? Босс. Like, босс. Yes, босс. Да блин, свали отсюда, нафиг! Задница фиолетовая. Вы как хотите, а я тут посижу. Сейчас посмотрим, какой дизастер будет. Метер шавер. О, как раз постою в самом низу. Я буду эпично смотреть на падение. Блин, у нас там 2 чувака. Один на той башне, один на этой. А меня снесло.
Как? Ну, видишь ту дырку там, где раньше было кресло? Ладно, ребят, в общем, шанс того, что именно в эту точку ударит метеорит, очень-очень маленький. Но я умножаю его на 100 своей неудачи, поэтому стоим и смотрим, сработает ли этот шанс или нет. Жаль, тут нельзя толкнуть, знаешь, такой... Ты почти это сделал, почти получилось. Выглядит, конечно, эпичненько. Мне нравится. То есть, вот эта карта с метеоритами, она смотрится лучше, чем, например, смотрелась бы та же самая игровая площадка с метеоритами. Ой, там дерево поскакало. Ну, оно превратилось в шарики, поскакало. Блин, не, ну ты видишь, что дырка прямо в вот меня? Эту? Да. Да. Я там такой и сидел, танцевал, а тут в меня влетает метеорит. Я уже хотел по лестнице спуститься, а тут еще так, один метеорит. А, поздно, ладно. Сейчас посмотрим. Так, ну, мы выжить. Пайнэппл? То-то-то? Пайнэппл не выжил, он сгорел. Ха! Жареные ананасы. Та-ра-та-та-та-та. Ладно. Горите, ананасы. Ваше место на пицце, горите. У, тюрьма. О, тюрьма. Тюремная какая паника. Какая радость. Пойду сразу залезу в тюрьму, чтоб меня... Да, хочу, чтоб меня сфотали. Да, ступеньки. Кто там уже успел сдохнуть? Ну, то есть, в принципе, как? Слушай, иди ко мне, иди ко мне. А ты иди где? Иди в самый низ. В самый низ, там, где вход в тюрьму. Я тебе кое-какую фичу покажу. Где оно? Вот, иди за мной. Так... Там дерево. Вот, заходи на этот... А тут сфоткаться можно? Квадрат, да. А вот, кстати, и очки мы отобразились. Макшот получился. Меня не выпускают. Я же говорил, весело. Вот это была реально крутая фишка. А, ну я тут в безопасности. Знаешь, этот самый момент, когда за тобой готовятся, охотятся мафиози, и ты такой просто уходишь в тюрьму и там отдыхаешь пару лет, пока за тобой перестают охотиться мафиози. Так, ты на каком этаже? Ты думаешь, сейчас... О, у меня подкоп! Я выбрался! Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я в столовке. Я тебя не вижу. Я в шапке. Я пытаюсь найти твой подкоп. Потому что я выбрался из тюрьмы профессиональным способом. У меня просто пол развалился. Вот, вот эта вот моя камера была. Так, так, так. Никак не могу найти твою камеру. Серьезно, я в столовке, у меня все хорошо. Мне сейчас принесут обед. А я пойду в свою камеру. С пюрешкой! Так вот, как там это было? Погодите. Так, 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 так. Это, к сожалению, работает только в Horrific Cuts. Ай, блин, печаль. Я думал, это по всей игре работает. Ну, вот это... Да, это работает везде. Будем шаманить, вызывать дождь. Напиши и данные своего имени. Ну, другой танец будет, я знаю. Да, это который Dance. Ху, выжили. Так, выжил ли ананас? Давай искать ананас. Да, выжил, вижу. Блин. Ты прям так зациклился на ананасе? Да мне интересно, когда он уже сдохнет. Смотри, тюрьму покрасили. Ну, бюджета не хватило, и только половину кубиков закрасили. Выглядит как какие-нибудь мини-игры. Слушай, какой ты номер? Какой? Шар закрывает. Я... Черт, мне не... А, еще третий Headquarters, ладно. Мне не ресетнули робу, прикольно. И что? Ты просто сбежал из тюрьмы. Да он тут тоже какой-то... Тебе никто не даст форму. Так, мы идем на самый верх, или я пойду опять танцевать на своем стульчике? Иди, тебя ждет работа. Чтобы на меня упал метеорит. Сейчас посмотрим, что это будет. Как хочешь, а я опять буду тут танцевать. Чтобы это, кстати, свечи. Директорское кресло. Да. Так,
Сейчас, секунду, надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Это... Так, стой. А Edens 2? Edens 2 это волна. Edens 3 это то, что я сейчас танцую. А Edens 1 это Gangnam Style. А 4? О! У меня пофиг. Мы здесь будем танцевать до самого конца раунда. Раунд! Это, знаете, ребят, вот вы думаете, что это просто игра, а на самом деле это высокое искусство. Здесь запечатлена картина о том, как все высокопоставленные чиновники, они преступники внутри, им место в тюрьме. Поэтому просто заключенный находится в директорском офисе, в директорском кресле. Это метафора для тех, кто не понял. Я художник, я так вижу, вы ничего не понимаете. Смотри налево. Зачем? Просто посмотри, что случилось. А теперь еще налево. Да. А это метафора того, что мир разваливается прямо у нас на глазах. Да-да. Да-да-да-да. Я буду здесь танцевать до самого конца раунда. Только попробуйте мне сказать, что нет. Оу-оу. Да ладно. Ну-ка, а если вот так? Нету такой? Есть, смотри. Так, и Dance 1. Dance 1. И Dance 3. 3 или 1? Вот, и Dance 1, только без пробела. Чтобы... Ладно, то там не было пробела. Ладно, ребятушки, выжили, и это отлично. Спасибо, что были с нами, будем на этом заканчивать. Увидимся в следующих мирах Роблокса, они бесконечны. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.